Так, Даня выставил у нас здесь три товара, да? Да, вот я минуту назад выставил вот это Лего, уже 4 просмотра у него. Ага, ты вот сейчас вот выставил там все по инструментам категории, выставил все. Ну-ка, да. Нажми, как, вот, все работает, да? Вот оно стоит. Все работает. Да. Так, ребят, надо это А все... вот у тебя эррор, посмотри, вот у тебя, а, все, шиппинг, это понятно, все, вон. Это шиппинг. Это ничего не значит, да. Вот сейчас, Даня, покажи, вот сейчас возьми какой-нибудь товар с Амазона и покажи, как ты за 5 минут поставишь любой товар. То есть это с использованием платформы Infinity, правильно? Да, конечно, да. Вот смотрите, сейчас смотрите внимательно. Вот дай, он Лего, как и я, блин, конечно. Вот. Да, любой какой-нибудь выберем. Любой, вот. Бери, любой, ты же знаешь, и удалить также можешь. Вот, взял Лего, окей. Вот Лего. Детский сначала... Да, всегда. Давай, я молчу, давай, Даня. Сначала посмотрим, сколько он стоит вообще. Помедленнее, помедленнее. Да. Вот ты, Даня, слушай, ты должен сказать, я копирую на Амазоне и ставлю на eBay, чтобы посмотреть, сколько стоит на eBay. Да. Вот, на Амазоне он стоит $35.49. Угу. А на eBay его сейчас продают, вот есть за 79, 89, за 49 продают. Давайте посмотрим, вот нажимаю sold listing, это уже проданные товары. И вот продавали, тоже за 79 его продали на eBay 4 февраля. Вот. 6 февраля за 89 продали. Ну, давайте выставим теперь. А почему зачеркнута сумма была? Ну, вот это я не знаю, может, его вернули? Нет. Скорее всего, другую сумму выставляли. Да, может быть, меняли сумму. Может быть. Ну, продано, видно же. Угу. Потому что, посмотрите, какой шиппинг, покажи, Даня, вернись туда. Посмотрите, продано, вот то, что, посмотрите, какой шиппинг, 68.82 International пошел. Он пошел на, да, item location Лас-Вегас. Угу. А это, сколько он стоил, сколько стоит, 49? 89 плюс 68 шиппинг. Можете представить? За 150 баксов взяли вот эту, которая стоит 34. Да. Нормально. Окей, Дань, давай, выставляй. Смотрите, ребята, как работает инструмент. А почему шиппинг такой дорогой? Ну, international. С Лас-Вегаса куда-то попёрся. Там можно проверить. Ну, это нам сейчас не нужно. Давай, Даня, показывай. Смотри, нажимаем продукт, Prime Tools, eBay. Тут кнопочка Create. Create – это создать. Так, секундочку. А для того, чтобы вот это все делать, eBay надо привязать к Infinity, да? Ну, конечно, да. Уже все привязано. Все, у него давно все привязано. А привязать, конечно, надо. Там тоже вот, это делается 2 минуты. Выбираем, где мы покупаем товар. Мы покупаем его с Амазона. Так. Тут вставляем URL. Это, смотрите. Вот тут на Amazon заходим и все выделяем до вот этого ref и копируем. И вот сюда вставляем. А ты не так, а вот так вот. Вот так. Тут мы выбираем. Ну, подожди, Дань, помедленнее у тебя не сразу идет. Да. Давай, выбирай рамочку. Рамочку, ну любую. Нажимай листинг. Сейчас грузится. Бывает, Infinity долго грузит. Да. Ну, работает, блин. Старается. Ну, это еще не Infinity, еще зависит от того, что мы же тут смотрим экран, трафик и так далее. Даня же подключено, сколько компьютеров. Все, вот, открылось у меня. Угу. Теперь давайте заполнять. Сюда мы копируем название полностью. И вставляем его сюда. И нажимаем Show Suggestions. Так, то есть это где чаще всего ищут этот товар. Сейчас тоже будет долго, потому что будет выставлять вот они по категории. Да. Смотрите, где больше всего ищут. Вот. Вот тут
146 тысяч просмотров. Кликаем. Кликаем. И еще вот тут. 180 тысяч. Угу. И здесь выбираем категорию, да? Тут тоже надо выбрать категорию. А там какая у нас категория? Там у нас Toys. Да. Disney. Ага, смотрите. Сначала Toys ищем. Toys это игрушки. Toys. Вот Toys. Да. Тут выбираем TV Move. Disney. Это вот Disney производство. И тут мы что выбираем? Так, сейчас посмотрим. Disney Princess. Да, Disney Princess. Вон она. Ага. Так, вот. Все. Угу. Дальше у нас payment. Сколько мы поставим? Вот, пока посмотри, Даня. Смотри, list price тут написано. Подожди, вернись. Обратите внимание, ребята. Вот здесь написано list price. Смотрите, включен в это, включает в себя, видите? Физ. Включает in, так, in, это же включено, да? Да, включается. Все, включается. Pay налоги. Да, все налоги. PayPal-овские, BAE-овские, Profit, Infinity, Infinite тоже включены, Sale Tax, все включено. Теперь вы накручиваете проценты себе, что бы вы хотели. Да. Так, ну давайте поставим также за 79, как его. Ну, 20% накрути. 20%, да. Сделай 20%. Ой, это даже 51. Ой, даже можешь больше сделать. Даже... Ну, если ты хочешь, чтобы быстрее продавалось, поставь меньше. 30%. Ну, тоже хорошо. 30% тоже. 30% очень хорошо. Да. Это хорошо. Дальше идем в шиппинг. А, в шиппинге все. Вот, оставляем. Если товар стоит больше 35 долларов, то ставим на нуле, оставляем его. Да, на нуле, да. Дальше информация о продукте. Сколько дней он будет у нас держаться, 30 дней? Это через сколько дней могут нам вернуть, в течение скольких дней? 14 оставляем, это нормально. 14 оставляем, да. И вот refill my quantity to, это... Сколько вот. Раз хотите сколько? Повторить? Да, три раза. Ambient, почему-то он... Не встал почему-то Ambient. Да, это... Ну, это без разницы, там любой можно написать. А, серьезно? Да. А вот это вот мне интересно, вот это я не знала, вот это Даня. Ребята, короче... Что это еще раз? Это мануфактурный номер. Мануфактурный номер может быть любой. Даня, из скольки цифр тоже не важно? Из скольки цифр тоже не важно. Может, могут быть там буквы, все. Я даже... Так, делайте какой-нибудь. Там же какой-то сайт был, где можно найти какой-то номер. Не надо в голову заморачивать. Это другой номер. Это другой номер. Так, Данечка, давай постепенно следующее. Да. Так, где он? Вы поняли, кто у нас теперь учитель, да? Теперь у нас UPC надо найти. Вот есть специальный сайт. Если хотите, скину его в группу. Вот. Ну а как же? Вообще я скидывал его сейчас. Вот, я вот как-то раз там его помню. А UPC это что? UPC это штрих-код. А. Ну вот, по которому, знаете, в магазинах пробивают. Конечно. Вот. И смотрите, вот тут заходим на этот сайт, нажимаем Product Name и просто вставляем сюда его имя. А, сейчас. Имя продукта нашего. Да, которое мы будем выставлять. Вот он. Это мы копируем и вот сюда вставляем. Вот он, самый первый. Вот этот номер мы копируем теперь. Угу. И вставляем в Infinite.
Вы поняли, кого нужно в структуру, да? Обалдеть. Чтобы было это не старше, набираем не старше 15-16 лет. Надо такое объявление. Нормально. А спонсоров куда одевать будете? А спонсоры будут деньги грести от таких, как Даня. Чисто будут у них. Да. Тут так. Мы ставим фиксированная цена. Да, что это не аукцион, а фиксированная цена, да. Идем дальше. Тут оставляем все это. Ну, можно как-нибудь приукрасить, там поставить жирным. Жирненьким, побольше там. Да, тут можно. Ну, да, такое. Это так, не принципиально. То, что в листинге, да, ребят? Да, в листинге. Да. Через тут описание, что это такое лего, что он делает, как он развивает ребенка, бла-бла-бла. В общем, описание продукта. Да. Вот это шиппинг, то есть куда не отправляет eBay. Он сразу автоматически, тут ничего менять не надо. Все, дальше выбираем фотографии. На первую ставим Gallery Image. А на вторых просто include. Все, next. Главное, остальные все. Все next. Даня. Да, это next. Учитель медленнее. Сейчас. Все, идем. Next, next. Все, next. И тут дальше. Вот, видите, автопост оставь. Здесь, смотрите, птичка стоит. Автопост to eBay. То есть птичка там стоит, значит, автоматически постаемся на eBay. То есть ставится автоматически на eBay. Давай, next. Next. Им тут можем посмотреть. Как превью, выглядит. Превью, да. Превью. Нажми превью. Вот он будет вот так выглядеть. Смотр, да? Угу. Вот так будет выглядеть, окей. Дальше. Далее нажимаем submit листинг. И потом пойдешь на свой eBay и покажешь, где он уже стоит. Ага. Сейчас, по идее, должно загрузиться. Ага, что-то выдало. Где-то error. The listing would cause your... А, знаете что, это у меня с eBay, наверное. Сейчас. Link. Посмотри, 151, что-то у тебя там написано. 151, что это такое? У тебя на Infinii, вернись на Infinii. На этот description свой. Так, что тебе там написали? Подожди. Вот. Видишь, что написали? Это на другое что-то, да? Shipping post information incomplete. Funds from your price request list. Нет, видите, смотрите, я могу выставлять сейчас 151 более. В месяц. Ага. Тебе нужно убрать один, да, поставить? У тебя три стоит, а тебе надо один. Да, видите, сейчас. Вот тут поставим мы один. Я правильно понимаю, что этот инструмент на Prime дает возможность вот такого объема продаж? Нет, дело не в Prime. Ну вот, смотрите, это в eBay дело. То есть у меня новый аккаунт eBay, и я могу продавать либо 10 продуктов, либо на $500. Так. Вот у меня уже 3 продукта стоит, и каждого из 3 продукта еще у меня по 3 штуки. Да. Понимаете? Он может какой-то удалить, а тут добавить, и все. Да. Или я просто могу поставить вот этот продукт, не 3 штуки, а одну. Угу. Как я и сделал. Я вот тут поставил не 3 штуки, а 1 штуку. Окей. Все, нажимаем. Все, молодец. Next. Да, next. А от чего зависит вот это, вот эти 500 или сколько? Это вот опять же непонятно почему, да? Это ты находишься на eBay. Это зависит от того, сколько тебе разрешено. У Гали, Галя, у тебя сколько стоит? На какую сумму? А я не смотрела. А ты еще не смотрела? Нет. Все. Вот, все. Ну-ка давай, Даня, иди туда на eBay к себе. Вот он. Сейчас. Вот я выставил его за 55-56. Окей. Написано United States. Все хорошо. Окей. Иди на этот.
Цели. Ну и что тут сложного, не знаете? Ну, один раз сделать, может быть, два. Конечно, да. Да, вопрос, отслеживать товар этот надо, чтобы он был в наличии или нет? Да он всегда в наличии, потому что на Амазоне торгуют компании. Там не торгует Вася со соседнего двора индивидуально. Там торгуют компании, у которых в наличии всегда большое количество товара. Посмотрите, здесь даже вы можете смотреть. Можно сразу даже посмотреть. Вот, да, сразу можно смотреть, 200, сколько 200, выставляется. Новых. 237 что? Штук? Штук, это, да, сейчас на Амазоне есть. Да. А за сколько их раскупят? О, да, ну это как ты можешь прогнозировать? А может быть, их они раскупят, добавляй будут и все. Конечно. Ну посмотри, вот сюда, посмотри, Дань, вот сюда, там, где квалификация, один стоит, нажми на стрелочку, сколько можно одновременно. Вот посмотри, вот покупатель идет сюда, на Amazon. Вот сюда, с правой стороны, да, кликни. Два. Видишь? Два. Только два может купить. Нет, он может, но значит они добавляют потом. Может быть, я не знаю как. Но я вам говорила о том, что если вдруг продается у вас на eBay, то на Амазоне вам не обязательно брать именно у этого продавца, у которого вы брали ссылку. Вы можете взять у любого продавца. Так, вопрос такой еще попутно. Вот по поводу, как ребята сегодня говорили, это должен быть подарок. Чтобы, да, на коробке. Ну да, чтобы не было там подробностей. Да, по поводу цены на Amazon. Да. Тогда будет. А это на eBay. Нет, я поняла. На Амазоне, это на Амазоне. Когда вы покупаете на Амазоне сами, вы там, когда оформляете отправку, вы ставите птичку там, где гифт. Как подарок. То есть, когда вы понимаете, что у вас товар купили, деньги на PayPal упали, вы идете на Amazon и покупаете этот товар и ставите птичку, где положено. Так, да, алгоритм такой? Здесь Amazon еще дает кредиты. Видите, Даня сейчас вот посмотрел, видите, что Amazon может вам дать вот кредитную карту. Посмотрите, я добавил, this is a gift. Да. Gift, и все. Вот это, да? А что по поводу... Нажимаете, потом процесс чекаут, и тут все делаете. Вот, смотрите. Так, это уже вы вставляете адрес, куда. Адрес, да, кому чего, и все, оплачиваете, и все. Все, оплачиваем. И все. Дань, а еще покажи, как на eBay произошло оформление вот данной игрушки. То есть. Так он же показывал не на eBay, а на Infinity. А вот сам листинг. Вот он сам листинг. Не так выразился. Вот кликни на эту ленту. Сейчас я понял. И там же ниже есть еще оформление само красивое. То есть вот в этой рамочке, да, получается. Да. Вот он же ее выбрал, ты, наверное, отвлекся. Нет, я не отвлекся, просто чтобы показал, как она выглядит. Вот так выглядит, да. Потому что в ручном режиме вот это все набирать, это кошмар. Не, ну вот да, она, да. Ну, только я бы, конечно, рамочку для детской игрушки взяла поярче. Ну поярче. Это для выбора, я все равно потом его удалю. Мне как бы. Я самый первый, кто выбрал. Короче, здесь ситуация такая. Вся загвоздка только в ограничениях денежных средств, которые на eBay мы можем прокручивать за месяц, да? Или да. Как? Или вот эти $500, это то, что мы можем постоянно иметь в обороте? Или как? Я что-то не они растут. Ну, я сейчас что-то написал. Так, по очереди. Вот у Дани сейчас, например, eBay дает $500 для того, чтобы он на них мог купить товары разного, да, и выкинуть его, ну, в смысле... Давай я поясню. Вот смотри, когда у Дани купят одну, вторую, третью там, каждый покупатель, он ему поставит звездочку. Хороший продавец там напишет т.д. И это будет видеть...
eBay, и будут видеть остальные. И каждый раз у него будут нарастать вот эти вот как суммы. Сейчас ему, потом ему eBay разрешит продать на 800, например, долларов товара, да? Это всего за месяц или это оборотные средства? Вот этот вопрос я хотела задать. Да это не оборотные средства, это лимит, который, в рамках которого он может совершить продажи. Вот сейчас я могу выставить до 500 долларов. Если продам одну, у меня вычтется, и я могу еще что-то. Да, освободиться как раз. Вот этот вопрос я и хотела задать. То есть это оборотные средства 500. Это не оборот. То есть если ты один, там, одно лего продал, то еще на такую же сумму можешь еще одно заказать, взять. Да. И Лилия, да. Это все, не оборотные средства. Оборотные средства – это твои деньги, чтобы купить у Амазона данный товар и отправить продавцу. Написано «Мансли», ежемесячный лимит. Лимит. Ежемесячные лимиты на продажу. Да. Можно запросить на более высокий лимит продаж, но надо, чтобы у вас купили любой товар и... С этого момента прошло 90 дней. Тогда уже можно запросить более высокий. Вы понимаете, да, что все на это будет уходить в любом случае время. Постепенно надо разворачиваться и делать на своем аккаунте оборот. Надо начинать, чтобы это время быстрее пошло. Послушайте, я вам другое могу еще сказать. Ребята, у вас если есть свои старые какие-то вещи, вот как у меня, например, у Максима, вещи не потертые, новенькие, не проношенные, дети же не могут выносить. Так я вот продаю. Так вы можете также поднимать свой рейтинг вот этими продажами своими. Так, хорошо, тогда вопрос такой. У меня есть аккаунт на eBay. Но я не буду же из России в Америку отправлять. Это очень долго. А зачем в Америку? Продай по России. А зачем вообще продавать по России? Можно друг другу продавать, как мы вот делаем. Я об этом и хотела. Мы же сейчас... Даня придумал очень хороший способ. Мы с ним уже сделали. Там это стоит... нам стоило это... Мне стоило это 2 доллара. Я готова Даньке дать фидбэки, чтобы он получил свой ранг повысил. Ну да, мы можем это сделать. Почему? Хорошо, да. Что это такое? Это что за схема? Вот видишь, у него уже позитивных уже 6 фидбэков. Танечка, я тебя поздравляю. Спасибо. Но надо, чтобы было 10 фидбэков от продавца, от покупателя, то есть... От покупателя, да. Давай я у тебя тоже что-то куплю. Что ты там, Лена, купила за 2 доллара? Вот я за купила за доллары у него. Выставляем самую минимальную сумму. Сейчас я покажу, он у меня остался. Я его могу релиз сделать. То есть вот, выставляем непонятную штучку за самую минимальную цену. И у друг друга ее просто покупаем и ставим в фидбэки. Вот. Но мы покупаем и за реальные деньги, чтобы вы понимали, ну, да. Что это будут 90 долларов. Да, чтобы на eBay были деньги. На PayPal. Когда вы купили, да, ага. И вот только сегодня мне они начислились. Ну, то есть только сегодня я могу их скинуть на карту. Ага. Да, то есть они у тебя появились, да? Да. Покажи свой PayPal, и что у тебя... Что это за товар, Лен? Да, что, упало? Это же Даня мне продал. Что будет отправлять мне этот товар? Это же не дропшиппинг, это конкретный Даня. Ну, я поняла, он тебе просто не отправил, а так бы ты получил. Да, eBay уже забрал свои проценты, и Данька получил 65 центов. Из-за 99, да, или сколько там? Да, 99. 99. И вот мы еще раз покупали, но их я еще не могу выводить. Понятно. Что покупали-то друг у друга? Да, это этот самый, как он вот называется, скрипт. Пленку для этого. Пленка для экрана. Да там без разницы, можно бусинку там продать какую-нибудь. Конечно, мы можем это сделать, и таким образом Даня предложил еще тогда, давайте, кто там собирается раскручивать свой eBay, давайте друг друга покупайте. Мне, например, это не нужно, у меня большой уже рейтинг, у Тани у моей тоже большой. А вот вы начинающий, вам нужен ранг, вот можете вот это сделать и... Ну вот скинь сейчас вот эту ссылку.
в чат сюда. Да, и Таня сейчас у тебя купит. Давай, вот покажи, чтобы все видели, прям даже по записи. Сережа же записывает. Сейчас. Релиз. Давайте, смотрите, что сейчас релиз. Вот делай, Даня, шаг за шагом. Угу. Релиз. Вот так, все. У меня релиз сделан. Сейчас я скину. Так, по идее, так не скинется он, да? Сейчас. Вот. Вот он. Ага. Если хотите, вы можете экран включить, когда будете покупать, чтобы я все сейчас, видели, как. Я сейчас демонстрирую экран. Я пока выключу свой. Вот я нажала на ссылку. Ну вот он у тебя крутится, крутится и, наверное, не докрутится. Но... А вы не видите, да, экран? Нет. Нет, 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 он крутится. Полез. Я сейчас... Уйдет, да? Нет. Нет. Сейчас подождите, это бесполезно. Выключил несколько. А что? А кто? Любой человек может купить эту штуку? Видно, вот, да? Вещь есть, загрузил. Еще, так. Когда покупаете, надо указать любой этот... любой адрес, только USA. Потому что я поставил шиппинг бесплатный, но только в USA. Ну вот смотрите, я нажала. Вот теперь вот 99 buy now. То есть я раз сразу сейчас куплю. Сейчас оно у меня крутится. 12 просмотров уже. Так, PayPal. С кредитки взять, света я возьму с этой. Вот видишь, это у меня уже все подключено. Нажимаю. Да. Спасибо, написали. Итак, сейчас я у себя посмотрю. А там что, деньги на PayPal были? Да. Ага. А как они туда попали? А я да, вот меня продал. Купили одну. Ты можешь завести сюда деньги, пусть они у тебя будут? Ага. Со своего банка прям внутри. Потом, почему говорю? Когда деньги есть на PayPal, это меньше проблем. Когда... Вот смотрите, видите, PayPal показал, что 99... Вот. Ага. Вот, видите, прошла продажа. У меня отсюда ушли 99 центов. Ага. Обязательно делаю логаут, потому что это деньги. Так. Так, теперь что мне пойдем вот сюда, на eBay, на Summary. По идее, вы можете мне поставить фидбэк, и я же могу вернуть эти деньги. Вот смотри, вот видишь, вот его, что я купила, показывает, и вот его фидбэк. Я сейчас ему поставлю, что он молодец, хороший. Продавец. Good buyer, prompt payment. Это то есть не, это же это не ты. Вот
Это я себе поставила. Напишу так. Блин, как бы было бы классно, если бы GPG с PayPal связать. Good job напиши. А это не получится. И я тоже вам оставил фидбэк. Good seller. То есть там не обязательно каких-то, так сказать, рассыпаться в этих самых? Не просто... обязательно. Ну просто, нет, можно thank you, можешь оценку. Я написала A+, там, A с плюсами. Это very... Да, очень аккуратно и быстро. И так далее. Ну, это вот что, доставка before Friday. Ну, я не знаю, как это будет. Не будут же проверять, что ты только купила и уже поставила фидбэк. Не будут, да. Это, я думаю. Я сейчас объясню, смотри, насчет вот этого. Кто у нас свалился? Кто-то ушел? Кто-то свалился. Смотрите, я вот сейчас вам покажу насчет... Вот, я купила внуку вот это вот такие счеты. Они придут ко мне из Тайваня, что ли. Так я только купила, он сразу мне написал. А, ну да, ну все тогда, нормально. А нет, он написал, что хороший покупатель. Ну потому что ты уже сразу оплатила, поэтому тебе моментом написал. Да, да, да. Да, я вам тоже вот сразу написал. Кто у нас свалился, ребята? Никого, все тут. Нет, подождите, пытаемся восстановить связь. Кто-то со мной? А, Галина. Галя свалилась. Галя, Илья отсутствует. А, их нету, что ли? Как это я отсутствую? А, здесь, да? Галина, да. Я могу отсутствовать, ты чего? То есть, видите, я сейчас хочу еще посмотреть, что я купила, и вот он мне, смотрите, что-то написал тут. Это не написал, это я оставил вам фидбэк. Да, да. Вот я вот так на желтенький конвертик могу нажать. Если не ошибаюсь, на него нельзя нажать. Да, я нажимала, я прям нажимала, посмотри. Ну это так, все, я его как бы его вам отправил. Я хочу попробовать вернуть деньги. Если я верну деньги. Ты потеряешь комиссию, зачем тебе это надо? Комиссию потеряю, да? Обязательно, зачем? А, вот как. Ну вот видишь, у тебя 99 центов, ты получил 65, 30 центов даже с лишним. Ну, я думал, если вам обратно вернуть, то, по идее, не 90 центов должны прийти. Ну, я не знаю, но это будет просто потеря, потому что каждая транзакция, она же стоит денег. Тебе. Ну да, ну ладно. У меня есть предложение такое, вот мы с этим уже посмотрели, поигрались, да? Как-то немножко более-менее понятно, но все равно много информации, нужно, чтобы как-то все это уложилось. А, у меня такая есть просьба, предложение, потому что Сереж потом сможет это дело вырезать, может быть, кусочек записать. Регистрация на Amazon, в принципе, вот сейчас на открытом экране, я бы сейчас сделала для себя регистрацию, у меня еще ее там нет. Ой, там знаешь, как называется, легче не бывает. Просто. Давай сделаем, мы все вместе тебе подскажем.